Премию правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки 18 декабря в торжественной обстановке вручил заместитель председателя правительства Омской области Михаил Каракос. Церемония прошла на студенческой площадке Омского государственного медицинского университета. В Омской области сложилась хорошая практика поощрения молодых ученых. Она будет поддерживаться губернатором и правительством Омской области. Уверен, что все региональные мероприятия о поддержке молодых деятелей науки послужат для вас стимулом к дальнейшему развитию и движению вперед. Премии удостоились авторы проектов в области медицины, юриспруденции, математики, химической технологии и биотехнологии. Это Денис Рудьман, Андрей Коршунов, Галина Обухова, Василий Фефилов и Артем Шевляков. Я вот сейчас обратила внимание, что среди всех кандидатов я единственная женщина, да, на которую возлагаются помимо основных, да, научных показателей еще и семейные обязанности. Поэтому, естественно, это достаточно сложный процесс. Вот. И, естественно, такая поддержка, да, от правительства Омской области в лице губернатора, как премия, естественно, большой толчок для дальнейших научных достижений. И, естественно, ощущаем большую радость. И я лично так в полном восторге от того, что действительно вот этот труд может быть оценен, замечен и действительно кому-то нужен. Всегда, конечно, получать премию – это приятно, волнительно. Я думаю, что это, конечно, новый импульс, толчок к новым достижениям. Не останавливаться на месте, то есть работа оценена, приятно, важно, что она действительно актуальна и важна. Когда у вас есть большой объем данных, и вы должны из этого объема данных какие-то извлечь закономерности, вот этим я и занимаюсь. Премия очень даже уместна, это ж только в фильмах показывают ученых таких бессеребренников, которым все равно, но все равно любая премия, это, конечно, приятно для любого ученого. Я очень рад, что мне ее дали. В этом году размер премии был увеличен с 92 тысяч до 115. Прошлые годы денежное поощрение получали 4 лауреата, в этом году их стало 5. Также в 2018 году впервые вручение состоялось на публичном мероприятии в рамках конференции о мерах поддержки молодых деятелей науки на территории Омской области. Это тоже было решение губернатора, чтобы премия вручалась, чтобы наших героев нашего региона видели все. И как раз было принято решение проводить ее именно в высшем учебном заведении. Это вот такое начало. Сейчас мы в медицинской академии. В следующем году, возможно, это будет другой вуз, чтобы это видели. Как сами преподаватели, как сами педагоги и, естественно, чтобы это видели и студенты, потому что сегодня мы даже видели очень такой активный интерес самих студентов, у них появляется азарт, и я думаю, что в этом году было представлено 46 работ, в следующем году, думаю, у экспертной комиссии будет уже больше работы из-за возникшего интереса.